Каким будет транспорт будущего, в эти дни обсуждают в Москве на форуме «Транспортная неделя». Особое внимание уделяется теме экологии и переводу техники на газомоторное топливо. Оно значительно дешевле и позволяет на 65% сократить объем вредных выбросов в атмосферу. На Ямале экологичное топливо используют производственные предприятия и поэтапно планируют переводить автобусный парк. На выставке представили инновационные модели транспорта будущего. Это беспилотные маршрутки, высокоскоростные поезда, даже струнный транспорт. Знаменитого конструктора Анатолия Юницкого, с которым съемочной группе Первого Арктического удалось записать эксклюзивное интервью. Вполне реально обеспечить производительность, как у метро. Но дешевле в 100 раз и более скоростной. Поэтому это будет самый дешевый, самый экологичный, самый долговечный и самый эффективный транспорт. Наша дорога может проходить на любой территории, в том числе по Южной Мерзлоте.